допустим, альбом с песнями, может быть, кто-то не видел? Нет, мы не видели, конечно. Да. Песни на стихи Александра Таллера. Ого. Он мне позвонил и говорит: Светлана, приезжай, у меня к тебе очень серьезный подарок. Я к нему прилетела, и он, значит, мне... А ты можешь сыграть? Вообще. Ну, на творческом вечере сыграет, да. Значит, смотрите, вот его рукой написано. А ты там, наверное, прочитай. Да, надо прочитать, да. Дорогой Светлане, на долгую и добрую память, с любовью, храни тебя Господь. Ну, вот, да. Прекрасно. 8 марта 2021 года. Прекрасно. Да, очень, не так давно, да? Замечательно. Как хорошо. Здесь у него названия такие, песни, как название «С молитвой», «Что мне делать», «Прекрасной даме», «Женщины осени», «Времена года», «С нотами». И одну из песен мы слышали на одной из лекций, и исполнял ее Ерёменко. Да. «Вот и закончилось лето», название. «Бег времени». Видите сколько? «Облака», «Я и ты», «Звездное небо», «Близится лето к концу», «Туманом не будет бухарь осень», «Листья», «Маска», «Земная жизнь», «Утки зимой», «Холодный вечер», «Еще раз о любви», «Не сказать», «Романс», вы представляете, и все это он, как он придумал. Много, да. Чудеса. Какой он был талантливый. Он в последнее время освоил компьютер, он все время на компьютере занимался. 95 лет. Нет, он раньше. Еще раньше, да. Как только компьютер вошел, как я так начала работать на компьютере, сразу он тоже стал. Ну да. Он уже давно на компьютере. Так что будем помнить о нем. Да. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо, Свет. Спасибо. Пирожки вкусные, торт вкусный. Все вкусное. Огурцы замечательные. Спасибо. Это все ради самих Светлой мы памяти. Мы хотели его удивить, и пришлось мне удивили. Купить пироги. Он спасибо. Любил, особенно с картошкой. Они здесь есть? Да. О, сейчас я еще один слопаю. Спасибо. Картошка с укропом. Кушайте.